С 18 мая указом губернатора Ивановской области введен запрет функционирования для посетителей пляжей. Конечно, говорить о купании еще рановато, но солнце пригревает с каждым днем все больше. Поэтому, хотя открытие пляжного сезона немного и отодвигается, но думается ненадолго. Дает на то надежду работы, проводимые отделом ЖКХ администрации. На пляже проведена обрезка деревьев, собран мусор, всего более 20 мешков. Фурмановцы, к сожалению, в местах отдыха ведут себя так, будто живут на этой планете последние дни. И на то место, где были совсем недавно, не вернутся никогда. Поэтому оставляют после себя горы мусора. Также на пляже расширяется зона отдыха. Ну и старые баннеры заменят на новые. Указом губернатора обозначены и правила нахождения граждан в местах массового отдыха населения в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и в условиях особого противопожарного режима. Так, граждане в местах массового отдыха должны соблюдать социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты, не собираться компаниями более 2 человек. Исключением являются случаи совместного нахождения в местах массового отдыха родителей или законных представителей с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи, выполнение гражданами служебных должностных обязанностей, направленных на оказание медицинской и социальной помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности. Жители должны соблюдать при парковке личных автомобилей расстояние не менее 3 метров. В местах массового отдыха граждан допускается проведение индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, совершение индивидуальных пробежек на свежем воздухе с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров в период с 8 вечера до 8 утра, а также совершение велосипедных прогулок. Гражданам в местах массового отдыха запрещено разводить костры, устанавливать и разжигать мангалы, проводить пожароопасные работы, работы с использованием открытого огня. За нарушение требований режимов повышенной готовности и пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.